силу возраста многие из ребят просто не понимают, что может означать этот визит московского гостя. Организаторы же говорят, что именно здесь и сейчас выстроилась полная вертикаль наставничества. Принцип работы проекта «Школа жизни». У нас система взаимоотношений, она выстроена. У вас, ребят, есть доступ к любому из людей самого высокого уровня, ранга, можно разговаривать на любые свободные жизненные темы. Момента поговорить по душам школьники не упустили. Интересовались у взрослых гостей о том, что они считают своей школой жизни или кто помог добиться успеха. У каждого из выступающих своя история. Но, как отметили, если бы в их время был подобный проект, эта история была бы ярче. Это не должен быть только алтайский проект. Это не должен быть только сибирский проект. Не надо жадничать. Мы с удовольствием, если задора хватит у наших молодых парламентариев, сделаем это и проектом общероссийским. Такой интерес к проекту со стороны властей всех уровней вполне объясним. На занятиях и слетах молодежи прививают любовь к своей малой родине, воспитывают настоящих патриотов, умеющих дружить и поддерживать друг друга. Антон Киселенко, информационный канал «Город».